Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Вора. У нас тут происходят разные странные вещи. Мы встречаем каких-то теперь стрёмных монстров. Непонятных, да? А, кстати, свет. Может, они света боятся? Там вот есть выключатель. Может быть, давайте мы еще раз попробуем. В прошлой серии я пытался убить этого товарища, и у меня ничего не получилось. О. Они боятся света. Я видел много тюрем, но ничего подобного этому. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Им явно не понравилось то, что я включил здесь свет. Вот даже не знаю. Теперь свет это хорошо. Конечно. Но... Опа. Еще один товарищ идет. Как-то... Блин, а как им... Если я их не оглушить, не могу ничего с ними сделать... То что же будет? Давайте я сейчас еще загляну вот здесь. По-моему, был тоже проход. А, кстати, вот он, да? И мы... дополнительная еда. Вижу веревку. Так. Давайте мы переберемся сюда. По-моему, мы спалили, да? У нас задание было быть незамеченным. Ну хорошо, я зато понял, что тут сейчас будет очень стрёмно. И эти ребята не оглушаются. Быть невидимкой есть. То есть я их, в принципе-то, не убить, не оглушить не могу. И что с ними делать, я, если честно, просто даже не представляю. И их, смотрите, их реально много. Так, тут ничего интересного нет. Нам нужно пройти вот сюда, да, и там подняться, наверное, по лестнице будет как-то. А, вот, кстати, веревка может быть, да, по веревке потом подняться. Вот он сейчас повернется. И это нехорошо, потому что тут еще и этот идет. Ой, беда. Ой, беда. Смотрите, какой стрём. Да ну как ты заметил меня? Ну ёлки-палки, убивают, просто ваншотят. То есть убежать от них просто так у меня не получится. Блин, и этот заметил, и тот заметил. Да ёлки-палки, вот это началось тут. Серые человечки, да, то есть ты с большими глазами. Тупо инопланетяне заполонили эту тюрьму. Ладно. Попробуем как-то... Я не знаю, я тут куда-то спустился. И включил свет везде. Ну, может быть, не везде, но где-то включил. Так, что тут светилось? Что здесь светилось? Кроме вазы вроде бы ничего нету. Так. Еще там у нас ждет длинный-длинный коридор. Где веревочка была? Так. Тихо.
Вскрываем замочек быстренько, пока все вроде бы как ушли отсюда. Оп. Никого, никто не слышал. Да ну что ж такое? Это хорошо. Да ну блин. Спешу, спешу, бо страшно. Бо страшно, реально страшно. Так, давай, 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 давай. Забирай еще одну. Точнее, две огненных, огненных стрелы. Но... Вопрос, что же ими можно поджечь? А, вот, может быть, вот это... Нет. Давай, давай, уходи, уходи. Уходи, дружок. Уходи, я свет, может, включу. Нет, мне все-таки не нравится. Мне как-то спокойнее, когда темно. Так. Ну вот, даже не знаю, что можно здесь поджечь. Может быть, если стрельнуть в них огненной стрелой. Кстати, да, нам... Советовали, ну не нам советовали, но советовали поджигать их, если что. Давайте мы сохранимся и попробуем. Привет. Нет, ему пофигу. И это печально. То есть убить я их просто-напросто не могу. Давайте попробуем еще зазубренной стрелой, я не знаю. Она больше урона наносит, она прям вообще такая. И хедшот сейчас ему влепим. Нет, понятно. Понятно. Но эти тела просто-напросто неубиваемые. Так, как ты здесь оказался-то? Опа, тут еще двое. И тут еще один идет. Так, как мне залезть? Этот что-то заглючил, дружище, да? Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау, спалил меня. Нет, это не серьезно. Короче, нам, я чувствую, нам нужно на эту, да, на веревку. Других путей я тут даже пока что не вижу. Хотя, смотрите, мы где-то близко к тому месту, но... Так. Иди отсюда, гадина. Как ты меня спиной видишь? А, все, этот уже. Сохранюсь-ка я. Ну, давай, давай. Ну, запрыгивай, да запрыгивай. Что ж ты? Понятно, нам надо через верх сюда запрыгнуть, но как нам туда наверх забраться? А как мне предлагают взять вот эту вот монетку? А, может быть, вот куда нам надо. Да будет свет. Да... Где ж ты взялся на мою голову, а? Так, ладно. Вам? Что-то... Ничего, по-моему, не поменялось. Этот нас заметил. Как вы меня заметили? Как вы меня спалили? И сейчас у меня цель, наверное, пропала. А, нет, я еще невидимый, якобы.
Этот туда пошел. Ну куда ты? Если бы он не пошел хотя бы. Как они меня палят? Вот это детекторы, блин, хреновы. Ох. Что если просто попробовать? О, я промчался. Я не знаю, что из этого получится сейчас. Быть невидимкой провалено. Ладно, фиг с ним. Я не буду париться, наверное, переигрывать еще. И так довольно много раз переигрывал здесь уже это место. И, ну, не получу я дополнительных денег. Ничего не поделать. Может быть, я не получу еще и дополнительных денег за то, что нужно было их всех тут перебить. Я просто так и не понял. Как их перебить? Это тюрьма. Это да. Тихонечко, тихонечко. Давай, мочи ее, мочи. Не к добру это все. А? Что здесь произошло, Эрин? Это ты натворила? Так ты как-то выдрался из ихних лап. Из их лап. Фух. Маги приносят на серебряных блюдах. И я падаю во тьму. Почему я одна? Каждый вздох приносит боль. Теперь нужно ей маков собрать. Заставь голоса замолчать. Опа. Я не хотел тебя тревожить. Лучше бы я умерла. Не показывай ему свой страх. Не дай ему понять, что ты уязвим. Тебе тут не место. Я следила за тобой. Ты знаешь, что мне здесь хотела не место. Стать такой же. Мы так похожи. Но в этом мире уже есть один Гаррет. С удовольствием отсюда вас свалил бы. Есть варианты, как это сделать. Ты был единственным, кому я верил. Я хотела остановить его. Я хотела спасти себя. Но они не дают мне проснуться. Они заслуживают наказания. Иди за мной, к истине. Ух ты. Неожиданный поворот событий. Пока! Так, да, теперь эта дверь. Что случилось? Доктор, он умер? Эрин? Слишком важно. Она наше будущее! Ублюдок Нордкрест похитил меня. Ты со мной, а он меня ненавидит. Гаррет, я падаю! Может, я схожу с ума? Есть только один способ узнать. Барон, в особняк Нордкреста. Туда, где все начиналось. Так, ты на выходе остался? Ха. Да, неожиданный поворот событий. Как это все так без повреждений провалено.
В общем, ценных трофеев я много пропустил, естественно, добычи тоже много пропустил. Оглушение всего лишь 3. Обнаружили меня, да? Как этих поубивать товарищей чудовищ? Я так, собственно, и не понял. Ладно, хорошо, продолжить. Я не особо не расстраиваюсь тому, что я там не пособирал, да, какие-то драгоценности и все такое. Это, в принципе, не так важно, по большому счету, для меня, поэтому... Если Эрин у барона, я должен попасть в особняк Нордкристов до того, как туда ворвется толпа. Пора получить пару ответов. Окей, поехали. Идите в поместье Нордкрест. Мы так вот сразу и попробуем туда дойти. Что, боже мой, что за картинка такая? Что? Бывает полезно знать предел своих возможностей. Да. Ну вот по-любому, там зажигательными стрелами можно было как-то поджечь этих гадов. Имя неверного Мартин Хэллоуэй! Он притеснял обнадеженных вместе со стражей барона! Тут как... Давай, петлю его! Вешали, так и вешают. Поменялись только люди. Которые вешают и которых вешают. Так, окей. Топаем потихонечку. А, может быть, опять же зайти к Эктору? Или уже ну его, может, все-таки? Я даже не знаю. Может, отправимся в бурик? Куда это мы здесь придем, интересно? Ой, здесь я уже не один раз был. В этом домике. Это да. Это типа самый быстрый путь, что ли? Так, и где мы? Так, у нас, смотрите, у нас еще одна цель тут есть. Верните... А, Октокота нужно вернуть. Блин, а я точно, я не вернул же еще. Вот это да. Хорошо, давайте я сейчас верну этого Октокота, у которого 8 ног было, и... Все-таки как-то хочется к Эктору заглянуть в гости, а потом уже, да, здесь у нас начнется по-любому 6 глава, поэтому, мне кажется, надо сначала как раз и к Витори зайти, посмотреть, может, у него там что-то новое задание есть, и к Эктору. Но пока что я нажму на паузу. Так, у Эктора не было ничего для меня, никаких интересных заданий. Давайте посмотрим. Я знал, что вы не бросите меня в беде. Тот, кто купится на твою подделку, сам виноват. Так, вся соль в освещении. Везде немало, капельку клея, подтянуть швы, и будет как новенький. Сомневаюсь, что он когда-то был новым. И вот мы подошли к главному. Ужасной потери для ярмарки и для меня лично. Видимо, главный экспонат. Это не экспонат, мистер Вор. Это моя Изабелла. Милая, пылкая Изабелла. Гроза мужчин и услада моего сердца. Я обычно людей не спасаю. Ну, пожалуйста, ей грозит опасность. Она отправилась в город, чтобы найти экспонаты, и была арестована стражей за странное поведение. Они держат ее в участке. Прошу вас, освободите ее и приведите ко мне. Хм, ну, я не вижу причин отказывать. Настоящий джентльмен и эрудит, апологет ярмарок и развлечений. Изабелла томится в участке, мистер Вор. Мое сердце страдает, а кошелек
охуеет. Так, если хорошо. Давайте тогда увидим и посмотрим, где этот участок. Как далеко нам до него придется добираться. Надеюсь, хоть в этой локации, что нам не придется через весь город к участку идти. Так, а ну-ка. Так. Нерадостные новости. В участок стража. Так, цели. Давайте посмотрим, что у нас. Ну, в принципе, два квеста где-то в тех локациях, пока непонятно где. Ну, хорошо, сейчас пойдем посмотрим. Так, ребята продолжают буйствовать тут. Получается, нам, в принципе, все по дороге, да, и к барону сюда. Сегодня в городе полно злобных людей. Все участок. Чего-то хотят от барона, и все чего-то не того. Так, как бы нам теперь туда пробраться? Что? Чё? Ладно, побежали. О, у барона здесь можно было... ну пока что мы... Ага, я понял. Я понял, так не получится, да? А жаль, конечно, что так не получится. Я бы так промчался. Ух ты. Отлично я загрузился тут. Просто шикарно. Итак. Сегодня в городе полно злобных людей. Все чего-то хотят от барона. И все чего-то не того. Окей. Теперь мы наконец-то сохранимся здесь, да? А? По-нормальному. Это был неверный. Тут никого и ничего нет. Вот и хорошо. И попробуем сейчас вот так вот проскочить. Не проскочили. Давайте попробуем тогда убежать хотя бы. Озаренные уже на мосту. Надо обернуться быстрее, чем они разгромят здесь все и двинуться дальше. Так, ага, туда, получается, мы идем по сюжету, дальше двигаемся, но я хотел бы пройти для начала вот сюда. Попробуй спрятаться. Ха. Я их немного отвлек. Хорошо. Хорошая находка. Ух ты. Кажется, ничего не произошло. Кажется, ничего не произошло. Но кнопочка там, я не думаю, что... Просто так. Давайте мы для начала осмотримся. Хорошо, мы уже сохраниться можем. Тревогу, которую подняли, уже поняли, что они меня, короче, не найдут. Так, дружок, подожди. Отдыхай, я пока взломаю здесь замочек. Посмотрим, что тут у нас интересного есть. Отлично. Еще одна водяная стрела. Хорошо, водяная стрела — это всегда здорово. Здесь двери закрыты, мы туда пройти не можем. Угу. Так, тут что-то блестело, я взял вот так вот и прошел. По-моему, здесь тоже нет? Ничего вроде бы нет. А ну-ка. Да, дополнительный аттракцион. Заказ клиента. Приступить к выполнению задания? Да, давайте мы выполним это задание в этой серии еще быстренько. Попробуем быстренько. Надеюсь, оно не будет очень большим. Правда, придется еще возвращаться, чтобы сдать его, да? Но ничего.
Думаю, у нас сюжет все же не на время. У нас есть возможность спокойно выполнять эти задания. Ну, относительно спокойно. Так, поехали. Вижу только трупа. Причем что у вас тут? Много трупов. Для меня бонус, так сказать. Это мне. А это чтоб подмазаться к той тёте. Я думаю, если еще на один труп здесь будет больше, никто даже не заметит, не обратит внимания. Вот давайте мы его туда вот. О, отлично. Так, хорошо, сохраняемся. И стекло. Стекло это плохо, а вот сейф это хорошо. Давайте мы его быстренько взломаем. Там, конечно, как я понимаю, интересного ничего не будет. Но все же. Так, открываем. А, хотя, смотрите, там эти поручительства по 20 монеток. Ну, в принципе, неплохо мы так деньжат собрали. Уже 3000 есть, но там за 9000 можно было купить, да, увеличение жизни, увеличение этого. Так что мы пособираем, наверное, увеличение концентрации общего количества. По-моему, это весьма такая полезная штуковина. Как ни странно, стол оказался совершенно пустым. Окей, едем дальше. Едем. Идем. Жрать хочу. Так. Здесь два охранника. Три охранника. Вот этого я даже не заметил. Надо сохраниться. И давайте посмотрим карту. И вообще цели мы тоже посмотрим. Диверсии 4. Оглушений в бою 4. От оглушения в бою мы, наверное, не сделаем, да? Украсть все, скорее всего, сможем. Диверсия. Диверсии, диверсии, диверсии. Это что-нибудь куда-нибудь кинуть, да? Как-то кого-то отвлечь. Например, если я... Это за диверсию идет? Сейчас посмотрим. Диверсия 4... Нет, это за диверсию не пошло. Кстати, вот эту штуковину я тоже что-то не заметил. Там что? Печать. Я знаю, куда ты делся. И куда же я делся? Наверное, я слишком близко кинул, да? Надо было, наверное, кидать немного дальше, тогда проканало бы. А ну-ка, давайте я сейчас загружусь все-таки и попробую кинуть чуть дальше, чтобы... Потому что там было как раз написано, что если вы кидаете... Ну, где-то в подсказках было написано, что если вы бросаете слишком близко... Ну, да, устраиваете диверсию слишком близко, то они сразу поднимают тревогу. А вот если как-то так... Вот это они испугались, да? Нет, это тоже, наверное, слишком близко. Может, чуть дальше попробовать. Потому что они сразу поднимают тревогу и начинают сразу меня искать. Попробуем куда-нибудь, может, сюда, да? Ну что, щипач, дверь открыла, чем я тут занимаюсь, по-твоему? О, вот сейчас они, все равно это за диверсию не прошло. Тогда что за диверсия? Только бутылку зря потратил. Ну что, теперь у нас проблемы? Если тут кто-то есть, это частное владение. Частное владение? Где движуха, когда ее не хватает? Или может, когда они попустятся, тогда... Нам засчитают диверсию. Всего лишь губу рассадил. А, ну вот, все, в принципе. Давай! Не сложилось, не сложилось, к сожалению. Бывает. Ладно, тогда мы сейчас попробуем оглушить вот этого товарища. Вот. Так будет лучше. И никакой диверсии устраивать не надо. Давайте мы его где-нибудь здесь кинем. Я пока так и не понял тогда, что за диверсии.
Ну ничего. Так, не знаю, зачем я у него вот это вот пытаюсь что-то украсть, если все равно сейчас... А, почему ты его бросил? А если все равно получается вот сейчас уже... Ууу, там вон еще ребята. А, кстати, если я сейчас кину вам туда тело, вот это сойдет за диверсию? Мне вот интересно. Может быть, диверсии там что-то где-то сломать, вот, например, да, сейчас стрелой стрельнуть и... перерезать веревку, например, чтобы труп сбросить. Я не знаю, давайте мы попробуем сейчас это сделать. Но не подсвечивается, да, ничего, и значит, что скорее всего и не получится. Ага, не получится, скорее всего. Но я еще раз попробую. Ну, тут все подсвечивается, то есть, что можно активировать, поэтому... Скорее всего, что здесь-то ничего не получится. Ладно, давайте тогда мы вскроем замочек этот. Тот, который пытался вскрыть этот неудачник. Ну и ладно, я тоже неудачник. Я просто спешу. Спешу. Давай. Оп. Все, есть такое дело. Хорошо. Что у нас тут? Осмотримся. Окей. Сначала посмотрю то, что я вижу. О, ключ. Попасть в камеру стало труднее, чем из нее сбежать. Пора вытащить Изабеллу. Так, хорошо. Спрыгнуть на этих ребят я не могу, к сожалению. А так бы хотелось, конечно. А, тут у нас спуск вниз. Хорошо, тогда давайте глянем сюда. Тут у нас еще один товарищ выходил, охранник, да? Что-то стоит, рассказывает сам себе. А, птичка. Птичка. Невеличко. Давайте я сейчас... Это у нас какая? Седьмая, да? Семерочка. Удушающей стрелой, чтобы птичка шухеру не навела нам. Отлично. Все, и давайте теперь быстренько посмотрим, что у нас тут есть. Птичка шухер навела бы и просто наша прервала бы задание. Ну, точнее, цель быть незамеченным. Что тут? Ничего нет? Как-то грустно даже. Зачем я тогда птичку оглушал, если здесь ничего нету? Странно. Ну вот вижу колечко. Хорошо. Окей, пошли вниз. Тогда быстренько вниз. Вниз. Так. В принципе, даже не знаю, там они вдвоем так стоят, что их оглушить и не получится. А убивать их мне не особо хочется. Но там, наверное, много разных вкусняшек. И просто так, наверное, не стоит уходить отсюда, да, не выполнив... очередную цель — собрать все. Выпустим всех, что ли? Наверное, перевесило. Да к тебе же лучше. Я открыл тебе двери, выходи.
Что же ты стоишь? Так, давайте соберем еще один маг. Ладно, тогда мы сейчас будем уже смотреть. Кто там есть? Тут вроде никого нет, но мы тоже откроем, посмотрим. Может, там что-то лежит интересненькое. Нет, тут ничего интересненького не лежит. Здесь тоже не видать ничего. Давайте заглянем сюда. И тут вроде никого. Ладно, я не буду тогда тратить время и... Вот подруга, хорошо. Интересно, она как за мной пойдет, или она сама убежит, или как? Вот мне сейчас вот это вот еще интересует. О боже мой. Вот этого я не ожидал. Не то слово. Вот поэтому я никого не спасаю. О ужас. О ужас. Я даже рад, что нам не придется ее выносить, я не знаю, его, ее, это, все, я пошел. Я пошел, так, а ну-ка давайте мы посмотрим. Бегите из участка вместе с Изабеллой. Ага. Это как? Все-таки мне придется ее, его, мне придется тебя уносить? Шутка? Шутка ли? Я даже не знаю. Ладно, я не буду, наверное, пытаться здесь сейчас все уже украсть. Так, полежи пока немного здесь, чудовище. Бесконечная ночь. Пожалуйста. Так, спасибо. Сохранимся. Ай-яй-яй, куда ты пошел? Так. А, ну в принципе мы можем пройти дальше себе спокойно. Так, давай, пошли, чудовище. Что меня сюда в первый раз притащили? Я совсем молодой был, яблоко стащил или на пакости упалил. Так, нет, они ходят. О-о-о. Раньше за такое нет. Максимум ночь в колонке сейчас давай. Безопаснее всего. Ну пожрешь перед озаренным, что будут. Опа. Опа, так, спалили. Спалили, ладно, надо их тогда убирать. Потому что дела не будет. Дела не будет. Надо сейчас дождаться, когда он пойдет в ту сторону, попробовать что этого оглушить, хотя... Местом? Я уже и забыл, за что меня сюда в первый раз притащили. Я совсем молодой был. Яблоко стащил или напакостил по мелочи. Вот он вроде бы далеко, и по идее я мог бы этого сейчас оглушить. Ладно, короче, пошли. Чудовище. Неужели мне это действительно нужно выносить тебя? Это ужасно. Так, уходим. Уходим. Наверное, мне нужно только до выхода из локации добраться, да? С вот этим чудовищем. Блин, сколько тут всего вкусненького. Ну ладно, я пошел тогда. Не стану тратить время сейчас. В принципе, деньги это хорошо, да, но... Серию-то пора нам уже заканчивать, в принципе. Я, правда, вот не знаю, тащить мне стоит или нет. Куда я вообще иду? Давайте посмотрим по карте, правильно? Я иду хоть, наверное. Но обратно оттуда, откуда мы пришли. Хотя, по-моему, нам немного вниз надо.
Мы пришли отсюда, да? Да, нам, видимо, надо... Короче, я вот тут вот, не знаю. Может, зря все-таки тягаю вот это вот чудище бородатое. На тебе головой об стенку. Может быть, диверсию с помощью этого тела устроить? Ой. Ой. Как ни в чем не бывало. Так, дружок. Да все утихло. Отходим, 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 отходим. Сейчас мы его сюда сбросим. Отлично. Теперь приседаем и ждем, когда второй будет охранник возвращаться. А, или может быть даже... Нет, ждем, 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 ждем. Оп, куда он будет идти? Сюда, сюда. Отлично. Чё? Ничего. Уже ничего. Так, хорошо. Где выход? Выход где-то там, внизу. Так, что у нас? Что-то все-таки я не то делаю, мне почему-то кажется. Еще одна комнатка. Так, это вот здесь вот, да, открылась комнатка. Угу. Никого. Блин, спалил меня, да? Стоп. Что у нас? Диверсия даже где-то была. Прошла таки диверсия. Ну, тут мы загружаемся. Ух ты, елки-палки, где я сохранился последний раз. А, там вон... Нам, наверное, и не надо отсюда вас сваливать. Ладно, давайте сейчас... Сегодня посплю. Я кого-то только что слышал. Ты иди, а я прикрою. А вы вдвоем идите. Выходи давай, если есть кто. А, нам вон... Вот в эту камеру оказывается. Я тут зря тут бродил. Все это время. Да. Опа, нет. Так, о, диверсия прошла, еще одна. Смотрите, мы так и сможем. Опа, 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 опа. Опа-опа. Так, ладно, придется этих ребят убивать. Диверсия 4 выполнена, да, все-таки это вот как раз... Хотя мы их можем и оглушить попробовать. Да, вот так вот взять его, оп. И уже этого нет. Только не говори, что ты это видел. А, он там, наверное, какого-то нашел. Непонятно кого, ладно. Так. Сохраниться сейчас не получится, к сожалению. Он не был настоящим агрегатом, в отличие от меня. Выходи, я... Ничего. Где они лазят-то? Все равно гляди в оба. А, вот, я понял. Все, попустились. Попустились. Давайте мы теперь сохранимся наконец-то. И сейчас мы сможем избавиться от... вот тут товарищ у нас, да, один сидит. И вот там вот еще один.
А здесь уже один остался. Хорошо, давайте мы от него сейчас избавимся. Хорошо, все. Вот, кстати, двери, которые я, наверное, пропустил. Нам, наверное, вот сюда как раз. Так. Угу, давайте пойдем сначала исследуем обстановку. Посмотрим, что у нас. Да, все-таки нужно принести это тело сюда. Хорошо. Но я таки, наверное, все-таки еще схожу наверх, да, там у нас комнатка есть, там еще два парня, которых, ну, все-таки жадность берет свое, да. Окей, ладно, сейчас мы тогда быстренько очистим вот эту комнатку и зайдем в соседнюю. Так, комнатку я зачистил, так как делал это в прошлый раз. Я нашел тут вывеску еще одну, давайте мы ее отвинтим. И сейчас пойдем уже в соседнюю комнатку. 10 из 16 мемориальных досок я собрал. Так, ну тут мы что, просто открываем и... А, ну тут даже нормально. Мы можем... Эй, опять Опа. Какой-то настырный малый залез. Спалили. Нет, это плохо. Это был такой не очень хороший вариант. Надо было все-таки как-то в тень прыгать. Что? Ни одного сохранения не прошло. Вы шутите? Нет, вы шутите, реально шутите. Что за... Где, куда сохранения все деваются? Почему ничего не сохраняется? О, да. Так, вторая попытка, да, избавиться от этого охранника. И я думаю, что это уже будет удачная попытка. Хорошо. Хорошо, избавились. Так, окей, это мы сейчас зашли в хранилище. Я взял метательный снаряд, потому что я где-то свой израсходовал. Давайте мы посмотрим, что у нас тут еще есть такого интересненького. Ложечки, столики неоткрываемые. Вроде бы остался только вот сундук, да, большой такой, по-моему. Еще я записочку нашел в прошлой комнате, на столе книга лежала. Мы ее сейчас тоже почитаем, наверное. Так, так, давай, 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 давай. Оп, есть контакт. Ничего, в принципе, какая интересного. Это еда, как я понимаю, да? Да, еда. Так, а ну-ка глянем цели. Украсть все еще не выполнено. Надо что-то, значит... Где-то есть еще... А, кстати, вот, допустим. Допустим, а ну-ка. Значит, все-таки еще где-то что-то есть. Где-то что-то я пропустил. Наверное, в одной из камер, возможно, да? Или, может, надо еду это тоже украсть? Может, тоже считается? А, я не могу похавать. Наверное, все-таки не считается. Потому что я-то поесть не могу. Когда у меня жизни полные. Ну, и забрать, мне кажется, это... Не должно быть такой необходимости. Но в этом столе, как я помню, ничего нет. Я его уже осматривал, по-моему, 3 раза. Да что-то, видимо, забывал сохраняться, как я понимаю. Так. А, нет, смотрите, нож как раз. Все-таки что-то добыло в этом столе. Украсть все готово. Отлично. Все, теперь можно брать на руки вот это вот чудовище. Чудовище. Бородатое чудовище. Которое теперь будет, конечно, сложно взять на руки, хотя... Может быть, если мы как-то сбоку... О, пойдет. Так, и... Ну, туда мы уже идти не будем, нам туда не надо. Давайте мы сейчас попробуем аккуратненько, да? Аккуратненько, нас не видит никто. Никто не видит. И выходим.
Уходим. А сейчас придется еще замок взламывать по новой, да? Ладно. Отдохни немного. Так. Есть контакт. Есть контакт. Так. И оп, все. Ужас. Надеюсь, мне не придется нести через весь город это тело. И когда я приду к выходу, да, сейчас, когда закончится задание, то это само уже пойдет куда надо. Я на это очень сильно надеюсь. Так, да, все. Теперь мы можем выйти. Да. Заказ выполнен, 400 голды получили, прикольно. Быть невидимкой 350, за две версии 200, это мы, получается, да, бонусными получили 1250 монет. Неплохо, неплохо. И выполнили все задания. Так, хорошо, хорошо. Все, ребят, наверное, на этом мы задание там мы уже закончили. Серию на этом закончим. В следующей серии мы уже пойдем по сюжету дальше, да? Изабелла уже спешит к нему. Пора получить награду. Изабелла уже спешит. А где мы вообще вылезли? Если зазеваюсь, а, я примерно догадываюсь, наверное, да? Сейчас. Ну, давайте заберемся. Все-таки, наверное, схожу, я получу награду. И тогда уже закончим серию. Так, где мы вышли? Ага. Я понял, где мы вышли. Хорошо, ребята, сейчас быстренько возвращаемся и... за наградой. Эх, вот чего не хватает действительно в этой игре, это быстрого перемещения. Потому что каждый раз бегать, сдавать задания, это, конечно, очень ужасно. Я так надеялся вас снова увидеть, мистер Вор. Изабелла снова на корабле, приходит в себя после этой ужасной драмы. Она рассказала мне о вашем дерзком побеге. Да, пару раз мы были на волоске. Правда, мистер Вор? То был, видимо, ваш не самый лучший побег. Тяжелая выдалась неделя. Я бы снял перед вами шляпу, но липкий пот приклеил ее к моему парику. Шоу должно продолжаться. Если ты покупаешь, так и будет, мистер Вор. Продаю. Все благодаря вам. Как только я подкуплю невеж, что захватили порт, и освобожу судно. Куда поедет дальше ярмарка Витория? Уж точно туда, где веселее, чем в этой сумрачной метрополии. Говорят, сейчас хорошо в Цирике. Пока коррида не началась. И, мистер Вор, знайте, если вам нужна подработка, сразу свистите мне. Дамы будут в восторге. Аттракцион «Мастер Вор». Мистер Вор лучше. Ну, попытка не пытка. Только не в этом городе. Удачи, Витари. Ярмарка продолжается, мистер Вор. Все беды позади. Мне товары больше нечего воров предложить, кроме бар. Сумрак. Что за бархатный сумрак? Ярмарка продолжается, мистер Вор. Ничего, ничего пока он нам не говорит. Хорошо, задание выполнено. Я надеюсь, это уже последнее, да, задание у Витори. Хотя где-то мы пропустили, у нас, по-моему, еще одна записочка должна быть. Поэтому я так предполагаю, что, возможно, еще одно задание будет. Хотя, даже не знаю. Сейчас давайте глянем документы. Так, заказы от Витори, да? Ну, у нас еще есть одна записка, которую мы не нашли, так как мы, в принципе, все забираем, да, с заданий, то, в принципе, скорее всего, будет еще задание. Хорошо, ладно, ребята, все, на этом мы точно заканчиваем серию, всем спасибо за просмотр, всем пока, и увидимся в следующей серии, в которой мы начнем 6-ю главу.